Медики всей страны продолжают оставаться на передовой, сражаясь с коронавирусом. А тем временем сотни и даже тысячи простых людей объединились в едином душевном порыве и совершают благородные поступки. Волонтеры Мозырского поискового отряда «Симуран» в медицинской сфере решили помочь своеобразно. Средства защиты в виде многоразовых масок они раздавали горожанам. Ведь профилактика может снизить число заболевших. В мире такое положение сейчас, и мы решили помочь мозырянам. Мы собрали личные средства, наш поисково-спасательный отряд, денежками собрались, купили ткань, резиночку, и все вместе волонтеры шили маски. Две сотни разноцветных красивых защитных аксессуаров разлетелись буквально за 15 минут. Кто-то из посетителей торгового центра, возле которого проходила благотворительная акция, удивлялся и скромно брал по одной маске. Некоторые просили сразу несколько экземпляров для себя, родственников и коллег. Волонтеры уверяют, если понадобится, готовы пошить маски еще. При этом не забывают об основной деятельности поискового отряда. К каждой маске мы прилагаем визитную карточку отряда, на которых указаны номера телефонов и контакты в соцсетях. На сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию отряд не прекращает нашу работу, продолжает функционировать. Безусловно, благотворительностью принято заниматься тихо. Не афишировать через телеэкраны и газетные полосы. Но мы уверены, нынешняя эпидемиологическая ситуация – время, когда люди объединяются. Время добрых, душевных и милосердных поступков. Вполне возможно, что пример молодых волонтеров «Симурана» окажется по-хорошему заразительным. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».